ты чем вообще по жизни хочешь заниматься? Сама не знаю. Я точно здесь не останусь. Мы всю жизнь концы с концами сводим. Серьезно? Почему советский бюрократ живет с дочкой в китайском посольстве? Это скучная тема. Пойдем. Поезд сейчас приедет. О, подожди, у тебя что-то здесь. Ресничку? Да. Сейчас. Все? Да. Спасибо. Можно тебя за руку взять? Mm-hmm.